Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих», и сегодня, как и каждую неделю, сейчас мы будем рассматривать не неделю, а месяц. Идут последние дни февраля, поэтому мы посмотрим основное, самое важное, что хотят посоветовать вам Таро на март. Сейчас это стихия огонь, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Не забывайте про ваш акцендент, восходящий знак. Он влияет на ваше состояние прежде всего. Да, планеты влияют на наше состояние. Планеты, Солнце, Луна, все это влияет на наше состояние, соответственно, влияет на то, о чем мы думаем. И вот то, о чем мы думаем, мы и притягиваем. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Я получаю обратную связь, что коротко. Да, коротко. По той простой причине, что в общем раскладе я не могу рассказывать все, что я вижу. Я рассказываю самое яркое и самое основное, что я вижу. Если хотите более подробно, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию, где я рассмотрю именно вас, именно ваши ситуации, именно ваши задачи. И, конечно же, мы посмотрим, как же лучшим и самым легким образом можно все решить. В конце, как всегда, дополнительные советы от колоды Ларисы Ренар «Послание стихий». И, конечно, вы можете получить и ответы на ваши вопросы. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, ваша жизнь, ваше подсознание. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, во что вы верите. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь. Я начинаю с овнов. Что же основной совет от Таро для овнов на март? Все в ваших руках. У вас есть все ресурсы для того, чтобы вы могли контролировать то, что с вами происходит, то, о чем вы думаете, ну и, соответственно, то, что вы делаете. Это сила, и она у вас в руках. Единственное, что не переборщите схваткой. Очень часто у нас происходят вещи, которые нам не совсем нравятся по той простой причине, что мы не умеем отпускать ситуации и переключать наше внимание. Особенно, если это что-то важное для вас. Важность, излишняя важность по Зеланду отталкивает от вас решение задачи, исполнение желаний и долгожданные перемены. Поэтому старайтесь не переборщить с вашей силой. Львы. Основное, важное, на что обратить внимание в марте. Обратите внимание на ваше внутреннее состояние. Многие состояния будут вызваны прошлыми опытами, которые вы не отпустили. Вы не отпустили, не поблагодарили, как это надо по законам притяжения, по вселенским законам. И, соответственно,
В некоторых моментах вам будет казаться, что это с вами уже происходило, хотя это может быть абсолютно в другой сфере жизни. Если это что-то позитивное, положительное, и вы обратите на это внимание, это здорово. Но в основном мы почему-то обращаем внимание на негатив, а не на позитив. Вот тут было бы здорово, знаете, простить, отпустить и обязательно поблагодарить. Будут встречи или, по крайней мере, вы получите известие от людей, с которыми вы давно не встречались и не общались. Опять же, людей тут мужчина. Это мужчина старше 40, мужчина рисковатый и очень скрытный. Дело в том, что для некоторых из вас в прошлом были какие-то отношения с этим мужчиной, и опять же, для девочек это даже может быть кто-то из бывших возлюбленных или мужей. Ну, а для мужчин это могут быть бывшие знакомые, бывшие друзья, вот именно бывшие. Что-то произошло, что разорвало ваши отношения, и человек захочет выйти на связь, принимать предложение человека на общение или нет, это, конечно же, ваш выбор. Единственное, что советуют карты, это при любом раскладе простить, отпустить и поблагодарить. Или за что-то приятное, или за опыт. Опыт всегда бесценен, он помогает нам. Подумайте об этом. Ну и стрельцы, что же самое важное хотят посоветовать вам Таро? Вы знаете, начиная с марта, все будет становиться только лучше. Даже если вам кажется на сегодняшний момент, что все потеряно, что все очень плохо, это не так. Да, скорее всего, был какой-то неприятный опыт у многих из вас, но этот опыт и будет двигать вас вперед. Если были какие-то проблемы со здоровьем в бизнесе или с отношениями, эти проблемы начнут уходить и решаться. Очень важно все-таки ваше позитивное мышление, именно переключение внимания на что-то позитивное по той простой причине, что именно это может помочь быстрее выйти из того кризиса, в котором некоторые из вас были. Поэтому и еще меньше эмоций, больше анализа. Если вы слишком эмоциональны, то все-таки не принимайте никаких решений в марте, вот в тот момент, когда сильные эмоции у вас, пока вы не успокоились и не смогли трезво посмотреть на ситуацию. Ну, во-первых, ситуация предстанет перед вами абсолютно в другом ключе, когда вы будете не настолько эмоциональны. И знаете, как говорят, не так страшен черт, как его малюют. Вот именно это то, что я вижу здесь. Все не так страшно, как вы себе представляете. Вы сами себе рисуете какие-то ужасные картинки и сами же притягиваете проживание этих картинок. Поэтому обязательно успокоиться, обязательно поменять фокус внимания, даже если не на эту ситуацию, а на какую-то позитивную ситуацию, и постараться сконцентрироваться на ней, и эта ситуация разрешится. Ну что, и общий совет для стихии огонь. А вот общий совет: все не так, как вы себе представляете в некоторых моментах. Есть вещи, которых вы на сегодняшний день не знаете. И вот это незнание говорит о том, что еще очень рано делать выводы.
Пока нет полной информации и полного осознания и понимания ситуации, лучше выводов не делать. Если вы не можете найти какую-то информацию, переключите внимание на другие ситуации. Значит, еще не время. Все происходит в момент и час, когда вы готовы. Помните об этом. Вот такие советы дает Таро для стихии «Огонь» на март. Ну и сейчас мы дополнительные советы посмотрим и посмотрим ответы на вопросы. Загадывайте ваши желания, задавайте ваши вопросы, ну и, конечно, озвучивайте ваши цели. Помните, что формулировка тоже очень важна. Знаете, что озвучите, то и получите. Если неправильная формулировка, то здорово, если ничего не получается. А вот когда из-за неправильной формулировки криво-косо получается, вот это уже хуже. Поэтому помните про формулировку. Ну что, овны, смотрю, улучшение. Не старайтесь делать все сами. Передайте полномочия тем, кто готов их взять. Позвольте и другим проявить себя в вашей ситуации. Это говорит о том, что примите помощь. Попросите о помощи, если сами не можете с чем-то справиться. По валету Земли ваше желание должно исполниться в ближайший месяц. Возможны интересные известия и новости и какие-то нестандартные решения ваших задач. Помните об этом. Львы. Если вы будете постоянно зависимы от разочарования и от боли, это то, что вы будете притягивать. Избавьтесь. А боль, мы здесь не говорим о физической боли, мы говорим сейчас о душевной. Боль и разочарование. Перестаньте быть зависимы от этих чувств. Вот, кстати, для львов это очень-очень актуально именно по той карте, что выпала на март месяц. Помните, что эмоции – это здорово, но чересчур быть эмоциональным – нет, это тоже хорошо, но под сильными эмоциями вы не можете получить желаемое и не можете решить вашу задачу и получить ответ на вопрос, который вы ставите. Поэтому избавляйтесь особенно от негативных эмоций, и тогда все ситуации будут более ясными и более позитивными тоже, и вы легче сможете найти ответы на ваши вопросы. Стрельцы. Вот тут я и опять возвращаюсь именно в дополнение к тому, что я вам уже рассказала на март месяц, от чего же избавляться, что было бы здорово сделать. И по этой карте превратите страх в вопрос и начните действовать. Уберите страх, задавайте вопросы себе, Вселенной, высшим силам, и тогда вы увидите не один выход, потому что из любой ситуации есть как минимум два, а то и больше выходов. Но вы их не видите, когда вы под эмоциями, особенно эмоциями страха. Поэтому поменяйте, уберите страх, и вы увидите, как же можно действовать.
Вот тут могу сказать, что у львов, что у стрельцов, скорее всего, даже если начнутся какие-то изменения, именно исполнится ваше желание не в марте. Ну что, вот такой у нас получился расклад на март месяц для стихии огонь. Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. И оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы научите себя счастью, то и то, что будет происходить вокруг вас, будет соответствовать вашему внутреннему состоянию. Люблю вас, мои дорогие. Пока!